Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале «Как похудеть». Я похудела уже на 51 килограмм. В 2017 году я весила 120 килограммов. Фото, где я вешу 120 килограммов, вы увидите прямо сейчас, потому что многие, я думаю, можно это воспринимать сейчас как комплимент, не верят, что я действительно весила 120 килограммов. На самом деле это было так. Теперь, когда мы все убедились, для новеньких особенно, что я весила 120, я расскажу о теме сегодняшнего видео. Это видео у меня, наверное, так зрело около 3 или 4 месяцев, потому что однажды под своим видео я прочитала комментарий от девушки, которая тоже на большое количество килограмм похудела, и она просто такую парадоксальную мысль высказала о том, что она благодарна тому опыту, что она весила больше 100 килограммов, что у нее были, конечно же, проблемы со здоровьем, и что она так же, как и я, нашла в себе силы с этим лишним весом расстаться, и она не жалеет, что в ее жизни был такой опыт, что она весила огромное количество килограмм, потом она худела, прикладывала кучу усилий и так далее. Меня в тот момент эта мысль очень задела, я с ней была полностью не согласна, потому что, ну, это нелогично, как минимум. Как ты можешь быть благодарен за то, что ты весил большое количество килограмм, плохо себя чувствовал, плохо выглядел, у тебя были проблемы со здоровьем? Но меня эта мысль не отпускала, что-то, в общем, она меня зацепила, и я постоянно про нее думала. И оказалось, что мне тоже есть за что сказать спасибо, или можно сказать, что это видео называется «5 уроков, которые я вынесла из того, что весила 120 килограммов». И мы с вами, как всегда, это видео проведем в формате топ-5. И мой номер 1. Мой номер 1, я начинаю с самого стыдного, потому что каждый день я получаю кучу где-то некультурных, а где-то даже нецензурных комментариев от людей, которые нетерпимы и нетолерантны. Я уже раньше снимала видео, оно будет здесь по ссылке, о том, как общество относится к людям с лишним весом, ну, грубо говоря, к толстым людям. И я раньше сама была нетерпимой, судила человека либо книгу по обложке, не думала, что у каждого у человека есть какая-то судьба, и перед тем, как человек растолстел, что-то происходило в его жизни, есть какие-то причины, и не только потому, что человек обжора. То, что я сама стала той самой толстой женщиной, на которую все пялились, которой грубили продавщицы в магазинах одежды, бросали взгляды какие-то, наверное, люди, особенно на моего мужа, думали, что он не бросит эту толстую нереальную женщину. Меня это научило не судить людей, и даже тех людей, которые оставляют такие комментарии, ну, оскорбительные, я их не сужу. Почему? Потому что, ну, представьте, значит, к этим людям настолько плохо относились, что они могут только воспроизводить это отношение и не могут с этим справиться. Конечно же, это очень грустно, но это так. Поэтому мой урок номер 1 – не судить людей, относиться ко всем терпимо и понимать, что у каждого человека своя судьба, свой путь, и не каждый может сразу рассказать, и вообще нам судить других людей не дано. Это очень важно, это теперь со мной каждый день, и я за это на самом деле очень-очень благодарна. Это серьезно изменило мою жизнь на самом деле к лучшему. Я от этого себя сейчас намного лучше чувствую, и это положительно сказалось и на отношениях в семье, и просто на отношениях с окружающими людьми. Мне это очень сильно помогает. Мой номер 2. Мой номер 2. Я теперь знаю, что все решаемо, что все, что мы хотим получить, наши мечты, либо то, чего мы хотим добиться, это просто есть цель. И для того, чтобы своей цели добиться, неважно, вы хотите похудеть, либо еще что-то, ну, конечно, моя самая главная цель была расстаться с лишним весом и проблемами со здоровьем, с которыми он был непосредственно связан, то вы просто шаг за шагом идете к своей цели, и все те проблемы, которые вы встречаете на своем пути, они, конечно, решаемы. Это не значит, что это очень просто, но это значит, что какие-то проблемы, конечно, требуют больше времени, возможно, чем вам хотелось бы, но это не значит, что проблема нерешаема. Возможно, это требует совсем других средств решения, чем те, которые вы выбирали ранее. Потому что раньше, когда я сидела на диетах, мне казалось, что я уж точно никогда не смогу похудеть, потому что перепробовала огромное их количество. Каждый раз вес возвращался,
возвращался, а оказалось, что все решаемо, но не всегда именно те инструменты, которые тебе в первую очередь попадаются на глаза, либо тебе все со всех сторон их советуют, не значит, что они самые верные и эффективные. И для тех, кто начинает, я знаю, что таких людей сейчас очень много на канале, продолжаю вас заряжать позитивом, мотивировать, повторюсь, что самая темная ночь перед рассветом. Если вам сейчас очень сложно, это не говорит о том, что ваша задача невыполнима, это говорит о том, что вы очень много делаете и очень много усилий прикладываете. И, конечно же, в долгосрочной перспективе все ваши труды окупятся сторицей, я вас уверяю. Мой урок номер 3. Он тоже очень важный и очень помог мне во многих сферах моей жизни. Я научилась просить и принимать помощь, потому что я думаю, с этим каждый человек, который имеет проблемы с лишним весом, либо уже даже ожирением, сталкивался, потому что для нас это стыдная проблема признать то, что ты не справляешься со своим пищевым поведением. Ты думаешь, что же люди подумают про меня, если я попрошу там мужа, маму, подругу, в общем, любого человека, которому вы доверяете, в магазине оттаскивать меня от сладостей, ну, либо от того, что вы так сильно любите, и того, что совсем не нужно есть. Либо что, когда я попрошу выслушать меня, возможно, люди будут как-то по-другому относиться. На самом деле это не так, всегда найдется хотя бы один человек, который вас с радостью просто выслушает и окажет вам помощь. И когда вы понимаете, что вы не одни, тогда жить и идти к вашей цели становится намного проще. И люди, которые рядом с вами, ваши близкие, так как вы им об этом не говорили, от вас не было никакого вопроса, запросы, не знали, что вам так сильно нужна их помощь, потому что вы злились на себя, злились на них, думали, что, возможно, они должны все увидеть, а вот люди, возможно, не понимали, не улавливали какие-то ваши флюиды. Поэтому очень важно во всеуслышание сказать: я не справляюсь, у меня не получается то-то, то-то, помоги мне, пожалуйста. Я уверена, что близкие откликнутся. Так было и у меня. И это был очень сложный шаг. Но теперь не только вещи, которые касаются снижения веса, но и во многих других, именно то, что я могу сказать: я не справляюсь одна, я не могу, я устала, своему партнеру очень сильно помогает вообще налаживать отношения, снимает напряжение, убирает какие-то недомолвки между людьми, это полезно во всех сферах, поэтому нет ничего стыдного попросить помощи и получить ее, это тоже прекрасно. Не стесняйтесь, я знаю, как это сложно, но правда, это очень важно и очень сильно помогает. Мой урок номер 4. Я слабая, толстая, ленивая женщина узнала, на что я на самом деле способна. Потому что пока ты не начал, ты не можешь знать, на что ты способен. И это очень-очень важно. Начинать и, самое главное, продолжать. Потому что я в других видео тоже рассказывала, когда мы начинали с Сергеем наш путь, я весила 120, и то, что я буду весить 69, это просто было невообразимо. Я не могла себе представить, что я буду обходиться без покупных сладостей. И вообще, как выяснилось, я дожила до 28 лет и очень многого о себе не знала. Оказалось, что я не настолько нытик, как я сильно о себе думала. Оказалось, что я все-таки не настолько ленивая. И оказалось, что я не обжора, а просто человек с проблемами. А из урока номер 2 мы знаем, что проблемы решаемы. Поэтому, правда, я с собой познакомилась намного ближе, как бы странно это, возможно, не звучало. Оказалось, что я очень многое могу, что у меня многое получается, и это было просто открытием для меня самой. Я от себя, честно, сама такого не ожидала. О чем это говорит для вас? О том, что нужно начинать, продолжать, и вы не знаете, каким открытием вас это приведет. Я уверена, что только к положительным. И мы с вами на финишной прямой. Сейчас мы с вами поговорим про урок номер 5. Хороших людей очень много. Как выяснилось, когда я была толстой, мне казалось, что все люди против меня. Многие из них, наверное, виноваты в том, что я растолстела. Именно так я и думала. На самом деле, конечно, бывают нетактичные продавщицы в магазинах и так далее. Но большинству людей на вас вообще все равно. А как говорится в предыдущем пункте, если вы к людям обратитесь за помощью, то они вам, скорее всего, помогут. Это было для меня большим
открытием, что если ты несешь в себе позитив, то и люди, в свою очередь, видя твой позитив, общаются с тобой, относятся к тебе с позитивом. Неважно, сколько ты весишь. Когда я была толстая, все время сидела на диетах, конечно же, я была все время расстроена, раздавлена, кучу эпитетов могу подобрать. И я сама была в негативе. Естественно, все люди вокруг казались мне злыми, каждый пытался меня тем или иным способом, как мне казалось, задеть, оскорбить, унизить. Все оказалось совсем наоборот, так что мой урок номер 5. Хороших, вежливых, добрых, добросердечных людей намного больше. Ну и, конечно, этот урок закрепился в нашем сообществе «Как похудеть», потому что почти 190 тысяч замечательных людей собрались. За это я вас очень сильно благодарю, потому что это сообщество не только для меня, а для всех участников является большой поддержкой. Вот такое у меня получилось видео. Я надеюсь, что оно было для вас мотивирующим, с одной стороны. С другой стороны, я надеюсь, что как та девушка с тем вообще просто радикальным в тот момент для меня комментарием заставит вас тоже задумываться, что у всех медалей есть две стороны. И, возможно, вы в комментариях поделитесь теми уроками, которые вы, возможно, вынесли из того, что вы много весили, и чему именно вас это научило. Обязательно пишите ваше мнение в комментариях. Вот здесь появятся наши новые полезные, ну и, конечно, очень вкусные видео. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и, конечно, верить в себя.